Далее моя коллега коротко расскажет о других новостях Сахалинской области, заслуживающих внимания. В Корсакове устранили ямы по улицам Окружной, Вокзальной и Октябрьской с помощью технологии литого асфальта. Особенности материала позволяют выровнять дефекты на дорогах, не дожидаясь положительных температур. Мера временная и позволит минимизировать дискомфорт для автомобилистов до основного сезона по ремонту дорог. Команда Южно-Сахалинска выиграла турнир по бадминтону на спартакиаде органов власти. Участие принимали сотрудники городской администрации, областной думы и островного правительства. Всего 8 команд из разных муниципалитетов. Победу одержал дуэт «Город Южно-Сахалинск». Серебряным призером стали представители ПСО. Третье место заняли сотрудники мэрии Невельского городского округа. Сахалинские спортсмены Хасбулат Умаров, Айдин Абазбеков и Артем Кан взяли 3 медали на первенстве ДФО по боксу среди юношей 13-14 лет. Островные воспитанники забрали золотую, серебряную и бронзовую награды, каждый в своей весовой категории. Соревнования проходили в Благовещенске и собрали 157 ребят из 11 регионов. Сахалинскую область представили 11 спортсменов. Со стихами островных поэтов познакомили жители Южно-Сахалинска. Акцию к Всемирному дню поэзии провели специалисты областной библиотеки и волонтеры Центра чтения. Организаторы интересовались у прохожих их любимыми стихами, а также дарили закладки с произведениями местных поэтов и писателей Владимира Санги, Николая Тарасова, Анны Сафоновой, Владимира Семенчика и многих других.